современная медицина и психология сходятся во мнении. Искренняя улыбка и смех благотворно влияют на эмоциональное и физическое состояние человека. Улыбка снимает стресс, помогает выработке эндорфинов, улучшает работу иммунной системы, ну и, конечно же, делает нас привлекательнее. Красивая улыбка – это прежде всего здоровые зубы. Белоснежный зубной ряд ассоциируется с успешностью человека и его открытостью. Такая улыбка подкупает. В повседневной жизни существует масса факторов, которые влияют на цвет зубов. Они могут потемнеть или пожелтеть, но не каждый готов с этим смириться. И здесь нам на помощь придет эстетическая стоматология. Нормы красоты в человеческой истории менялись многократно, и состояние зубов находилось не на последнем месте. По их цвету можно было определить социальное положение человека. В Европе одно время эталоном красоты считался черный цвет зубов. Зубы портились от большого потребления сахара, доступного только богатым людям. И черный цвет был настоящим признаком зажиточности. В Италии существовал обычай чернить зубы сурьмой, а на Руси такой процедуре подвергали невест перед свадьбой, чтобы не привлекать нечистую силу. В то же время человечество всегда искало способы сделать улыбку белоснежной. Для отбеливания использовали пемзу, имбирный уксус, азотную кислоту, березовую золу, раствор хлора и цианистый калий. И даже терли зубы страшно подобной железной щеткой. К счастью, все эти сомнительные способы остались в далеком прошлом. У современной эстетической стоматологии есть все средства и необходимая аппаратура, чтобы сделать процесс отбеливания щадящим и эффективным. Отбеливание – это серьезная процедура, которая имеет ряд противопоказаний. И чтобы не навредить своему здоровью и своим зубам, делать эту процедуру стоит только в стоматологических клиниках. Эта процедура сугубо медицинская, и поэтому без специальной лицензии она проводиться не может. Ну а как проходит процедура отбеливания, мы узнаем в стоматологическом центре Альфа-Вита. Отбеливание зубов – современная стоматологическая процедура, которая позволяет сделать зубную эмаль более светлой. Лампа холодного отбеливания Philips Zub 4 White Speed характеризуется максимальной безопасностью и комфортом. Холодный свет не вызывает перегрева тканей зуба, поэтому не дает неприятных ощущений во время процесса. В основе технологии отбеливающей системы Zub лежит применение геля с высоким содержанием перекиси водорода – 25%. Эффект от его применения объясняется особой технологией. В процессе активации лампы из геля высвобождаются активные молекулы кислорода. Непосредственно сама процедура занимает 45 минут. Понадобится только один визит к врачу. Сегодня за отбеливанием к стоматологам обратилась тверичанка Мария. Перед отбеливанием определяется исходный цвет зубов. Он фиксируется с помощью специальной шкалы. Затем стоматологи проводят мероприятие по изоляции мягких тканей полости рта. Закрываем полностью слизистую щек и десну, чтобы защитить от геля. После тщательной изоляции мягких тканей наносим сам отбеливающий гель на зубки. После этого мы будем активировать его специальной лампой в течение 15 минут. Нам потребуются 3 такие процедуры. Пока Мария ждет результат, узнаем, как правильно подготовиться к процедуре отбеливания. Первое – это санация ротовой полости, лечение заболеваний зубов и десен. Второе – это профессиональная гигиена с удалением пигментированного налета и зубного камня. И третье, немаловажно, это реминеризация, которая позволяет укрепить эмаль и понизить повышенную чувствительность зубов. Процедура отбеливания должна обязательно проводиться непосредственно под контролем врача и медицинского учреждения в клинике, который имеет лицензию на проведение медицинской деятельности. В стоматологическом центре Альфа-Вита процедура отбеливания проходит на современном оборудовании с использованием сертифицированных материалов. Мария, расскажите, как прошла процедура, довольны ли вы результатом? Ну, результатом я очень довольна. Главное, что процедура прошла безболезненно, и зубы очень сильно отбелились. Так что я довольна. Спасибо большое. Стоматологический центр Альфа-Вита – все от лечения легкого кариеса до протезирования и сложных хирургических вмешательств.